Так, ну что, пошел закид на аплент, дым на балкончик, малая флешка запускается. Парочка игроков на хедшот, Мэджик еще также с балкона, контакт, призабер тоже перфекта. Три фрага от Виталити. Патронов бы побольше, но нормально, что? Перезарядился. Что это хедшот был? Что Элик вообще дал нереальные какие-то фраги? 1-2 для Бумыча по итогу. Ну, без армора, дым хае. Тяжело, тяжело, конечно, смотрится. Бомба в пленте. Бумыч пробрасывает гранату. Все-таки на дефолт увидел Мэджиска. Попытка сделать минус ни к чему не приводит. Флешкой прогоняет Кирилла. Так, скидывает там что-то. Ну, а киты, непонятно, есть, нет. Ну, неважно, неважно. Это хедшот от Апекса. Это первый раунд. Ух, ты видел зайву. Эмоции от зайву. Найс, кулачки. А тут что, три ковры? Массовый врыв планируется. Три ковры, полетели смоки, прям как на пистолетке. Ну что, флешка, молотов от Элика. Элик, ой, как же на опыте. Здесь двоих мог просто забирать в смок, поэтому только фраг от Дюпри. Бит работает с цветка. Валера, прекрасный, минус 2 от него. Красный Мисута в больших, заеву на балконе. 2 в 5. Ну, вся инфа есть, тут очень-очень маловероятно, что 2 в 5, конечно, растащат. При этом Бумыч все-таки остается на банане, не видели зайву, судя по всему, вместе с бомбой на коврах. Мисута байтит на себя, отвлекает внимание, зайву забрал одного. Реакции от Нави пока нет. Мисута продолжает сбор инфы, не подставляются под него там Simple плюс бит. Так, ну тут распики, флешечка на зиг. Так, зайву заметил в районе малых. Перфекта. Зайву забирает бита. Ой-ой-ой. Так, по одному решили сыграть. Най, вроде их много на пленте, но умирают по одному. Ой-ой-ой-ой, это опасно. Зайву уже и в плент падает. Здесь и бомба будет установлена 2 в 5 у нас по итогу с такими позициями у Виталити. Опасно. Симпл. Доконтраливает спрей. Зайву все-таки спиной к нему открылся. Мисута, Мисута. Нет, не сегодня. Даблкил Симпла. Ведет свою команду на бэплент, уже там три игрока, буст, Бумыч, минус 2 от Бумыча! Врыв на КТ с флешкой, Бумыч погибает, Апекс все-таки оставляет своей команде шансы, с база все еще не ушли, Апекс против Симпла, Апекс заметил его Симпл, перфекта живет, но тут очень тяжело будет тянуть время, Хилпа наконец-то просыпается, начинаются там перетяжки в сторону Б. Патроны займут! С Глока дорабатывает по перфекту. Перфекта успевает забрать Дюпри. 3 в 2 большинство для рожденных побеждать. Симпл не дает установить эту бомбу. Апекс пошел его пикать. Зайву на размене. Еще двоих нужно убить. Зайву живой. Это опасно. Матье. 3 секунды до конца. Ну тут это раунд для Нави. Очевидно. Тут никак не должны. На, убежал, кстати, бит. Интересно. Решение пройти под арку, но тут комбинация. Тут комбинация очень жесткая. Бит. Пошла флешка, бит. Ой-ой-ой. Сработала, а не что? Сработала комбинация. А почему бит не стал пикать? Что, подумал уже в притыке игроки. Дюпри забирает, но сбита. Это энтри. Для Виталити Апекс вырубает перфекта. Это провал, провал на... На месте. Они ждали этот раунд. Да. Они ждали этот раунд. Идеально стоял перфекта с флешкой. Бит на углу, падает Элик. Бум-бумыч! Выбил бомбу. Так. Симпл Бумыч. 2 в 5. Первого забрали. Ой, хочу от зайву. Последний Бумыч. Есть по нему информация, понимание. Ну что? Кирилл Кириллович, Бум-бумыч. Хедшотыч будет. Есть раз, есть. Попал. Один с хп у Мисуты Молотов. Просто в него играет Бумыч, но зайву. Не дает вот клатч выиграть зайву. Не дает. И Симпла убил, и Бумыча убил. Пошел. Тысячи и гранаты. Не-не-не, что-то в последних раундах очень тяжело Виталити, начало такое прям эгегей. А последние раунды... Тут слишком много гранат у Нави, летят эти флешки просто бесконечные. Бумыч, раз-два, посчитал. Ну что, зайву? Клатч судьбы. Нет, не будет клатча, будет пятый раунд для команды Нави, поздравляем. Ну все, перестроечка, сплит фазы А будет, перфектор вырубает зайву, вырубает Мисуту, выживает, выбил бомбу 25 секунд до конца, Илья, третий фраг от него, ну жестко. Так, четвертого можно даже на эйс выйти, но нет, 7 хп отходит назад, перфекта не хочет свой калашик терять. Как-то вроде бы против Нави пикнули это инферно, а раундов против Нави мы не наблюдаем. Вот. Да, более чем готовы к... Темпу, который Виталити задают, готовы нас сражение побеждать.
3 под Б стартуют. Зайву! Хороший пик. Хороший энтри по симплу, кстати. Вот, вот. Агрессивно вышли. Нашли минус. Бит. Рискует Дюпри. Повело немного прицел у Расмуссена. Бит выравнивает ситуацию по выжившим игрокам по ходу этого раунда. А Апекс против Бумыча. Капитанскую дуэль выигрывает Бумыч. Кстати, у него очень неплохо летит на этом инферно. 12-6. Статистика. Вот обычно, если у Бумыча не идет на Б, это гигантские трудности. Там на базе Б проходной двор иногда бывает. Но сейчас у Бумыча все хорошо. У Мэджиска тоже все хорошо. Два фрага на базе А. Что-то раздергались Нави. И это неожиданный сейв. А 2-2 там уже можно и не выйти на мажор. Если проиграть сейчас Нави. Мало ли как оно пойдет. Электроник забирает Дюпри. Что-то просто спиной выходил с этого балкона. Датчанин. В каналке движуха. Как-то растеряны, что ли, Виталити? Так. Не могут пройти Бумыча. 16-6. Это лидер на карте по фрагам. Я, в принципе, как раз не помню ни одного инферно, которое бы Нави проигрывали, когда у Кирилла подобная статистика. Но это очевидно. Все-таки игрок банана. Ничего в этом удивительного нет. Позиция очень-очень такая неприятная. Отчасти даже рандомно, очень много сценариев и происшествий бывает. Перфекта! Выходит со смока, забирает Мисуту, последний заеву. Тут под флеш, также фраг от Ильи. Справляется с вином на бэпленте. Пока что так, Бумыч. Откидывает ближние гранатки. Открытие 2D, не флешится никто. Подловили здесь Кирилла, ну вот хорошая возможность зайти на Б-плент, доиграть. Но тут уже на хелпе у нас бит. Флешка на кафель. Врывается на кафель. Нет. Врыв пустую. Такой всегда момент. Можно такой хайлайт сделать. Но не получилось. Ну что? Убили босса, убили Бумыча. Зашли на Б. Раунд 4-2 на бомбе. Симпл. Не-не-не-не-не. Мисута два фрага. Выход на КТ даже может быть. Да, вместе с бомбой проходят. Оставляют электроника чекать мало. И Мэджис, Мэджис. Только один хедшот, но было очень близко. Очень-очень. Очень-очень близко. Дочекал. Зайву. Бумыч. Нет, зайву в пленте. Возвращаются Наю все-таки на А. И насколько готовы здесь игроки защиты, непонятно. Ну, все, в отпик уже пошел Апекс. Вычисляет Бумыч. Еще и зайву. По нему была инфа. Бит забирает Апекс. Ну все, последний зайву. Ну, были, конечно, береты у него такой необычный девайс, которым можно, в принципе, раскрутиться было в его позиции. Но. Да, так и есть. Ну что ж, есть открытие, есть контакт. Апекс. Перфекта! Погибает от рук Апекса Бумыч! Не забирает его Апекс. Ну, времени много, чтобы поставить эту бомбу. Так, ну, будет пачка установлена, хоть что-то приятное, но с 29 хп здесь надеяться на клатч от Бумыча очень-очень трудно, дорогие друзья. Ну, мало патронов, всего девяточка остается в этом маке, как бы тут в последний момент с глоком не остаться. Бум-бум еще разворачивается спиной. Оп, ну, тайминг! О, и вот он глок, и вот он глок! Ай, да ладно! А знал ли, что Бёрст был включен? Ну, четко в голову, если бы попал. Так, ну смотрим. Тут втроем работают, судя по всему, на опережение будут французы играть. Мэджик забирает. Перфекта, размен удачный здесь на квадрате для Виталити. Но троица игроков-то куда была? Дюпри. Эх, если бы тут еще и Бумыча забирал, это бы смотрелось очень симпатично. Так, 2 в 2. Довольно быстрый ретейк могут оформить Виталити. У них 6 гранат, кстати, на это выбивание. Пошел дым, 4 флешки и молотов остаются. Электроник. Очень коварная позиция. Ближний ящик. Занимает Молотов. Не разгорается. Разгорелся! Да ладно! Подстава! Что? Бесплатная игра. Я не знаю, как так. И под дымом Эрик спрятался. Ладно, Бумыч в итоге последний. Бомба на него. Он в коврах. Бумыч забирает зайву. Время. Нужно играть. Бумыч это понимает. Просто уходит. Вернулся. Ой, Капитаныч. 21-9. Бумыч. Тащит. Опа. Неприятно. А вот тут. Ага. А вот тут. Сейчас перфекта отъезжает. Что-то почувствовал. Паучье чутье сработало. Элик. Фух, собирает все-таки. Зайву. Мэджис. Открытие. Ну, тут же размен. Все. Да, это качественная доигровка
Преимущество для Na'Vi, ну, преимущество, безусловно, которое создал Electronic при равном количестве по живой силе. Но... пришел Simple выбивать уже девайс, Apex там натопал. Все у него хорошо в этом раунде, тиммейта взорвал, натопал. Зарежет, зарежет! Оп, да ладно! Орешек, ты чего? Развернулся, дорогой. В стратбук смотрел, наверное. Ой, ну это сказка-песня. Просто любо-дорого смотреть. В слоумо. Стенка. Красота. Да. Ой. Нашли его М-ку. А он забрал Элика. Так. Выход. Молотов. Шорт. Нет, Молотов на ковры залетел. Na'Vi, неужели развернуться? Так, какую-то легкую панику словили. Na'Vi, Apex. Дал минус. Времени супер мало. Уже нужно до конца пушить базу А. Других вариантов не остается. 18 секунд. Зайву все еще живет. Зайву. Чуть-чуть не хватило дэмэджа. Мэджиск. Мэджиск. 10 секунд. 10 секунд! Да ладно, это был шанс для Vitality, Magic, не попал. Еще Мисута есть, 1 в 2. Бумыч супер красный, по нему есть информация. Ты, Мисута компрометирует свою позицию. Ну, тут уход на сейв. Ай-яй-яй. Вот заняли втроем банан и втроем остаются отыграть. Это дроп ковры, так это вообще страшно может закончиться. Но Дюпри, 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 последний. Забрал! Да ладно! Забрал, там уже прыгал. Я думал, все, этот прыжок будет стоить жизни Дюпри, но постелил. Так, так, так. 15-й раунд, отмена для Na'Vi. Молотов на бревна, но Мэджиск ближе стоит. Мэджиск! Да ладно. Ну, срабатывает Мисута в этом укреплении, но как-то и получше могли справиться игроки Vitality. Но в любом случае, это плюсовый размен. Это 4 в 3 большинство. Бит. Выбирает бита, Electronic вскрывает апленту. Кстати, вскрывает апленту. Тут можно отрезать просто Апекса, если есть чем. Мочечек есть, нет, можно его отрезать хедшотом. Зайву. Ага. Получает дым, Зайву. Ничего не видит в пленте. Где-то тут зазор, нет, зазора нет. 2 в 2. 15-й раунд на кону, 15-й раунд. Нужно его не отдать Vitality. Ну и денег не будет сейчас, если в ретейк пойдут и просто... Так а что потом, тащить 6 подряд? Ну... ну, либо... да. Ну, Зайву. Вот так вот! Прострелом забрал! Перфекта последний, перфекта плынте. За ищем, коварная позиция. Долго его тут будут искать. Так, ищут, ищут. Зайву! Матье! Где, где MVP? Где звание лучшего игрока года? Попытка контроля банана. Вот Na'Vi, прострелы. Так, патроны закончились. Молотов горит, Мисута! И все просто в молоко залетает, ничего. Абсолютно успешно на квадрате не произошло для Vitality. Тут еще и флешится Apex, Apex флешка вот. Молотов все уже потратил. Нужно ретейкать, уже нужно ретейкать Б. Так, Apex. Что за фонтаном? Установили бомбу, ну Apex ловит Элика. 4 в 4, бомба стоит. На базе А, Дюпри только сейчас пошел. А там двое было. Ну, ой, пока будут ждать сейчас стяжечку, вот это вот все дольки секунд, они важны, важны для Na'Vi, но по гранатам, ну, гранат слишком много у Vitality, честно говоря, не знаю, тут что должно произойти. Ну, только вот так должно произойти, бит! Вот так! Simple! Simple! Погибает Бумыч, размен, Дюпри, 2 в 2, 2 в 2, ситуация, Дюпри залетает, бомба пищит уже супер сильно, нужно дефьюзить, Дюпри! А бомба не на Vitality, смог не на пачку, жесть! Бит контролирует. Подобные действия. Ой-ой-ой-ой. Какой энтри на банане находит здесь Мисута и Apex. Просто с таймингом. Или я уже не ожидал такого расклада. Две хэшки прилетает. Бит. Как же распикал бит. Замечает еще игрока. А там на балконе Electronic. Драка. Зайву. Ну это Зайву. Это точно. Это Зайву. Иначе не скажешь. Может стеками на бетом как-то залетит. Наверное, да. Походу надо. Тут по медленной игре. Тяжело дается пока что карта Инферно Na'Vi из эпизода в эпизод. И уже все ближе мы к возможному камбэку. Погодите-ка, Simple забирает Apex. Я знаю, что игрок слева еще на Б-пленте. Позиция Дюпри. Ее очень часто занимают на этом РМР. Прям очень часто.
Да, но не 3 в 3. И это, кстати, может заролять, быть неожиданностью. Не убивает Дюпри, бита, все, контролирует его. Бомба выпала, 9-8 секунд, за его забирает бита. Симпл последний, 7-6 секунд, где бомба? Ну все, все, да, тут Александр не получилось. Бомбу подобрать. Это 13-й для Виталити. This is it, it's gotta be Apex. He wipes the sweat off of his hands, throws the smoke forward. Masuda will be locked out of this, and no. Apex is about to be tested. Boomich jumps into his death. Oh, Apex able to at least shave off that second, but Masuda is going to be on his own for a little bit longer. Man, bomb goes down instantly. They're so incredibly slow right now. Masuda holding on to construction control, and all the T's are in typical positions. A boatload of utility for the retake. But only one Molly. A banana flank added in. Simple, that front-running AK shaves off Masuda. He goes down with nothing. And Simple immediately turns his attention back to Banana. He's getting attacked, and Magisk finds that headshot. They mollied the wrong position. Quad is still alive. They need to somehow unroot both these players. Zywu looking for the target. Bit swings out. We've got a Magisk on the bomb. The stabs are there, and Navi's 16, 13 with a solo rifle buy and another B-site burst. Yeah, that's the map locked up. A couple of pistoling rounds here. One from Na'Vi. Пока что без разменов. Без разменов. Ну, Na'Vi нацелены. Нацелены на сплит аплента. Уже надвигается электроник в ковры. Ой-ой-ой. Элик может стать очень большой проблемой. Здесь просто в бок всех выцепить. Смотрим. Тут три человека. Все-таки не стоит забывать. Виталити укрепились на точке. Элик Мэджес дают по фрагу. Бомба в коннекторе. Видели ее. Ну, один хп у Зейву. Нормально там отбикали. 20 секунд. Там бит только идет в анграунд на Б-дом. Ой-ой-ой. Бумыч выпрыгивает. Есть инфа по шарту. Там Апекс. Бумыч. Есть пробитие. Второго. Дюпри там супер красный. Да Бумыч. Ладно, Дюпри. Нужно ставить 8 секунд. Как же на тоненького устанавливается бомба. И все. Последний Дюпри. Так, ну выпрыгивает, выпрыгивает бит уже с ямы на Тетрис, но он под ковры, Дюпри забирает бита, за его открывается, прогорел, ну, Симпл его забирает, пока что 4 в 4, забирает Илья Дюпри, ну, большинство для Na'Vi должны здесь доигрывать без проблем, хороший хедшот от Симпла, Мэджиск, дает фраг. 4 хп, 4 хп остается после этого фрага Мисута. Уже последний, не попадает по голове Симплу. Квадро киллут Костылева. И второй раунд для команды Na'Vi. Так, ну что, Симпл, ну, куда? О чем речь? Там аж Блейд пошатнулся от этого энтрифрага. На экране. Ид. Он проходит под окно. Что, направляется атака у нас под оплен, судя по всему. Бит услышал перезарядочку, здесь уже флешка, задолжил ее Валера. Не задолжил Мэджиск флешку тиммейта. А как, ну, как так? Подставляет, то вот тиммейта взорвет, то флешку кривую даст. Спящий агент команды Na'Vi. Да, агентура работает. Судя по всему, Симпл не попадает по коврам, за его забирает электроника, есть еще информация по Александру. Ну, тут для Виталия не все еще потеряно, но фраг от Бумыча. 3 в 2, большинство для режима побеждать оформляется. На ретейке Дюпри плюс Зайву. Дюпри выходит на головы. Зайву. Ну, будет ждать просто смока. Из джангла. Опа! В открытой позиции Бумыч. Залетает, но не настолько хорошо пока у капитана Na'Vi. Есть дым, кстати. Дым на ковры дали. Так, Симпл. Ой-ой-ой, какой таймик. Он не замечает его Зайву. Я по всему строгий хедшот от Перфекта. Дюпри последний. 4-0. Ну что вы там, потомки? Опа, видит одного, видит второго, в линию нет. Симпл казнит. 9 к 1 статистика снайпера команды Na'Vi. Начало очень жестко от него. Бумыч, Бумыч, не отпускают там коктейль Молотова. Дюпри пытается хоть как-то вдоль стенки пройти и забрать Бумыча. Бумыч тут держит оборону. Хелпы бы из Андера. Но бить не успевает. Дюпри минус. За девайсами Сута пошел. Тут выход на Б. Слепой был Элик. И Зайву забирает электроника. Все еще живет. Есть перекрестка зигзага. Дюпри забирает перфекта. Это раунд, возможно, для Виталити. 2 в 5. Бит не сдается. Находит первую жертву. При этом мы видим Симпл спускается в ванну. Второго забрал бит. А что это за выбегание было? Ну, неаккуратно. Неаккуратно Дюпри сыграл. 2 в 3. Минута до конца. Ну, слушай, тут могут разыграть как угодно еще. Но за его Апекс без арморов, стоит это помнить, Мэджик с диглом.
Армор есть, но нет девайса. Такой щекотливый момент. Так, ну что, Зайву тут дочекается. Зайву, Зайву! Валера вырубает его, и Мэй зачекал! 2 в 5! Симпл дропает бомбу, дропает дэмэджиск. Виталити, вы чего? Говорит Дюпри, куда, зачем ты с этого шарта пошел пикать? На датском, чтобы не слышали французы. Ну и Мэджиск последний, подберет сейчас АК. Ну что, даже пытаться не будет. Смотри на лицо. Это Мавик. Смотри просто на его лицо. Очень серьезный сейв. Он недоволен. Так, почему? Мы же 2 в 5 залили. Досадный, досадный раунд, все это понимают. 5-0, друзья, логотип Na'Vi загорелся. Первую карту они выиграли, на второй ведут. Зайву в ухо получил. Ну нет, ну человек 11-1. Тут... Да. Не-не-не-не-не-не-не. Все. Не-не-не. С командой пила за выход теперь играть. Походу с командой пила за выход. Ну тут ковры надо все-таки посматривать. Мэджи смотрит яму, Зайву тоже смотрит яму. Это шанс для Simply Electronica выйти. Кто вообще контролит Пэлас? Тут ковры еще и услышали, судя по всему. Так, есть дефолт тиммейджер. Вырубает двоих просто на энтричах, Илья! 3 человека на базе, а у команды Vitality 2 уже погибли. Молотов на Зайву, нужно уходить. Его не контролят, флешка чуть-чуть не успела. Так, есть фраг, живет еще у нас Матье. 3 в 3. Падает Бумыш, бомба ставится. 2 в 3, Simple Perfecto, Simple Савиком. Падает Perfecto, Simple 1. Ну сколько? Зум. Еще Simple. Раз! И вот она дуэль. Легендарные кейсеры. Да куда, Санечка, снимаешь? Симпл. Или Зайву. Нервничай, Зайву. Симпл. Симпл, ноускоп, что? 2 ноускопа из 3. Как же упрется вообще. Сюда MVP-шечку заносим. Жесть, что? Так, ладно, ну, 1 в 3 взял. А как он его взял? Ноускоп, на. Там ну, покачай, тут, покачал, ну, тут рабочий, плечиком. Да, тут рабочий фраг. Ну вот, ну, Зайву не попал, это единственное, что можно сказать. Там дым в коннекторе тоже подходит к своему завершению. Зайву попытка угадать. Видит. Попал по биту, но не в голову. Ну, тут скаут на рапсе от Апекса. Он понимает, что будет сейчас на него выходить. Главное попасть, не попадает Апекс. Бит. По ХП проблемы, тем не менее, Na'Vi пытаются выйти. Мэджиск! Вот он добивает красный. Бумыч на размене, Бумыч! Это 2 в 2. Есть информация по игроку в хелпе. Электроник, электроник, электроник! Апекс! Ну, слушай, забирают раунд со скаутом, с пистолетами. Ну и контакт. Б. Такой вот. По законам выходов от G2, Na'Vi, Misuta, Dupree справляется с тут Эндри. Симпл мог разменить еще на второго. Валера. 2 в 3. Ну и все еще в игре. Все еще в игре у нас Бумыч и бит. Расслабляться Виталик не стоит. Фейк по бомбе. Молотов в точку. Бумыч хотел ставить под шорт, но там уже нет смока. Апекс обходит в тылы. Нет дефьюз китов. Так что тут очень важно, в каком темпе пойдут Виталити. Бомба стоит. Бит плюс Бумыч. Бит, хорошая позиция. Видел, слышал Зайву. О, вырубает Зайву. 2 в 2. А там еще далеко. Вот только Апик сейчас подходит. По одному стреляются Виталити. 1 в 1. Бумыч должен понимать, что Скоров. Ай-яй-яй. Уходит за плен. Услышал. Бежит Апекс. Капитанская дуэль. Апекс. Второй раунд уже капитан приносит своей команде, по сути. Пошла флешечка, Симпл. А Симпл эти флеш стоял, как же чувствует Симпл просто каждую кнопочку, каждый эпизод. О. Так, и тут 10 на центре карты от Виталити. Вот Апекс подходит на старт. Его вырубает Симпл с трофейной эмки. 4 в 3. Армор есть у Симпла. Мэджиск, Мэджиск. Ну под размен опять сыграли. Ну что ж по одному-то, Виталити. Misuta, Цейскрой на... Так, ну что, Na'Vi тут 2D в окно придумали. Опа, здорово! Ай-яй-яй, какой тайминг! Поторопился. Так. Это шанс для Виталити, они идут! Идут на Misuta! Ну должны Na'Vi понимать, что игрок еще... Бумыч. Perfecto! Прострел! Зайву! 1 на 1 против Perfecto, 12 секунд. Дигл против Юспа. Ставит бомбу! Ставит бомбу. Как же ж так, Кирилл? Своим оппонентом. Зайву, вот энтри килл, подъехал в центре. Появляется уже время от времени энтрикиллы от Зайву. Слишком больно с ним обходилась судьба по старту игры. Апекс также фраг по биту, уже меньшинство для Na'Vi. 3 в 5. Ну, сейчас Виталити, если 8 подряд возьмут, это будет уровень.
Шестой уже, походу, забирают. Остаются 2 в 5, Элик и Simple. Раунд 2 в 5, конечно, был, но... Это закуп очередной был. Simple с авиком на Palace, ну... Magisk не пойдет. Magisk, наверное, вообще в упоре будет стоять вот так вот и все. Или пойдет. Но зачем ему это? А, так тут на размен. Двойной, да, пропик ковров, есть контакт раз. Simple. Но в скоп не залетает. Второй на скоп от Александра. Третий. Санечка, снимаешь? Нет. Все, магия ноускопов покинула Симпла в этом раунде. Фраг от Зайву. Второй. Жестко. 8-7. Симпл с беретами на борте. Ты смотри, как угадал, получается. Ну, угадывай сейчас Нави. Сейчас будет очень много спин мимо него пропрыгивать. Бит забирает Апекса. Плюс один игрок для Нави. Ой-ой-ой, ну я в предвкушении того, что сейчас будет. Симпл, 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 Симпл! Троих по голове. Так, ЦВУ. Нет, порубай его. Бумыч. Ну что ж, спустя 8 раундов Нави берут. Так, ну, томят, томят Виталити. Не спешат. Нави никуда здесь. Ой-ой-ой. Эко-кобра! Квадрокилл есть для перфекта. Красиво, красиво. Посидели, посидели, чтобы Илюшу накормить. Ну и массовый шорт. Бит слышит все это движение, уже должен давать информацию. Отличный момент, но с первой в голову Мисута. Entry kill. Simple. Вторая волна защиты не попадают, вообще ничего не попадают. Да ладно, ну бомбу здесь сейчас выбивает. Александр живет еще за плентом. Нет, все. Разворота, судя по таймингу, уже не предвидится. Как такового. Это будет доигровка на 25 секунд. Пошел выход. Юпри пытается все-таки помочь. Зайву заметил, что ли, голову там. Да, очень похоже на это. 15 секунд до конца. Хороший энтри при заходе. А Дюпри решил в окно зайти, а подзик опасно ставить. 7 секунд. Пора ставить уже хоть куда-то команде Виталити. Дюпри выходит, забирает электроника. Но был размен. Дюпри уже один, а бомба. А зачем? Без гранат. Ну, там есть гранаты. Но выходят, я так понимаю, до контакта. Прошли первый, второй. Бумыч тушит молотов. У Бумыча проблемы. По ХП очень серьезные. Что? Как? Вообще не забирает его Мисута и Бумыч, будучи в дыму. Бумыч, какой же best of 3 проводит Бумыч. Он все еще живет. Он все еще живет, Бумыч. Какая боль для такой Виталити. Ну, Magisk в коврах последний. Повесил хедшот по электронику, но... Но. Электроник, хороший-хороший угол. Вот так вот, с гранаткой в руках был Апекс. Еще умудряется попасть по электронику. Размен моментальный, но это инфа по бомбе. Бумыч, хороший угол. Можно тушить прострелами. Так и получается, бомба вообще в джангл закатилась. А тут три игрока. И перфекта врубает Мэджиска. Мисута, а что дал? А тут три игрока, я вам покажу, откуда на джангл готовилось нападение. Там такое нападение, очень строгие хэдшоты. Как они втроем умерли за секунду? Ну там что-то... Просто бомба падает, три человека стоит. А ну смотри. Раз, два. Ну да, конечно. Но план именно такой, план именно такой. Выходить под базу А. Хилпа будет, но хилпу, по идее, должны с маками отрезать. Нет, идут просто без гранат. Одна флешечка. Молотов на Бумыча. Чик меняет позицию, Кирилл. Ой-ой-ой. Нет, все-таки сбривает его в плинте. Смог хелпу. Валера пытался дымочек здесь нашить. Бомба выпала. Так. Живем. Хаешечка. Элик мотит на голове. Элик замечает Мисуту. Тут отходит. Крадется Дюпри с центра карты. Перфекта. Magisk прямо уже на расстоянии вытянутой руки от него. Бомба все еще не устанавливается. И вот он, король раунда. Расмусен. Ну, только одного убил. Magisk. Один бит. Да, вот они. Ой-ой-ой, сюда. На базочку, Apex. Какой-то удушающий на апленд. Уже четвертый раунд или пятый. Виталити ходят на этот апленд. Абуз на ваших глазах. Смотрим Simple с головы. Simple замечает. Встает и слепым забирает Мисуту. Хороший энтри от Александра. Большинство для Нави. Незаконный прострел на Дюпри. Бомба ставится. Ситуация 3 в 5 уже для Виталити. Я уж думал, Simple опять убил. Нет, это бит. Забрал Апекса. Бомба не ставится. Не, ну если в Simple такие фраги дает, то, извините меня, тут
Обусь, не обусь, кричи, не кричи. Ну, ладно, погодите, тут 2 в 5. Мы уже видели в исполнении Na'Vi, пероплейне. Может быть, Zywoo и Magisk повторят успех Simply и Bit.A. Его там не видно. Нет, не видно. Как же закрывать? Ну, аккуратно, аккуратно отыгрывают Na'Vi. Это может быть даже преимуществом для Vitality. Нет, тайминг открывается. Electronic забирает Zywoo. 13-й для рожденных побеждать. Ну, судя по всему, будут в коннектор пытаться проходить пара Misuta и Zywoo, у которого есть АК-47 на руках. Это очень-очень опасный девайс в руках этого игрока. Коннектор плюс ковры. Бит прочекал, увидел двоих, но от этого не легче команде Na'Vi. Элик второго забирает. Ой-ой-ой, как же электроник отрабатывает. Simple Элик. Прекрасная игра от Дениса Шарипова. Ну и... И перфекта, который нам так его показали, типа вот Илья, да. Выход в мид, тут комбинация изоляция от команды Na'Vi. Simple, 4 хп, может зарезать в полете как-нибудь его, нет. Нет, тут Сюспа, 33 фраг Александр оформляет, 33 на 15, статистика. Пока Vitality разыгрывают свое большинство в раунде, 40 секунд до конца, два игрока на зигзаге, это Zywoo, Misuta, и Magisk будет отыгрывать с Б-дома. Перфекта, что направляется тут за плент. Ну, на самом деле угадывают, угадывают, Na'Vi, шансы-то есть, 2 в 3, 2 опорника. По учебнику, разыграть, первый, есть, второго видел. Перфекто, перфекто, Мансит, Мансит живет, танцует, Илюха, Бумыч. Бумыч. Да есть! КГ, 16-13, 2-0.